они пока встречают друг друга на тренировке и продолжают прогрессировать, конечно, самые лучшие. Брат и сестра Майя и Алекс, ученики Марины Зоевой. Нередко доводилось слышать, что в этом году они готовы штурмовать вершину танцевального Олимпа. Не срослось, но не отметить тот прогресс, который сопутствовал этому танцевальному дуэту в текущем сезоне, просто невозможно. Очень сильные, очень интересные, очень качественные и просто очень красивые фигуристы. Майя и Алекс Шабутань, как и Вагнер, они с серебром. Музыка кого-то небесная.